со мной сердце на пораженье. Что же ты медлишь с этой мишенью? Лазарев не гей. Игорь Крутой подтвердил роман Сергея с Аней Лорак. Химия между вами появилась. Написал совместные фотографии артистов-композитор. Сергей опубликовал новые совместные фото с певицей. Уже давненько ходят слухи о романе артистов, но они как специально отмалчиваются по этому поводу, публикуя теплые снимки и неоднозначные высказывания, намекающие на их близость. Однако неожиданно Игорь Крутой подтвердил роман Лазарева с Аней Лорак. Неужели Лазарев не гей? О нетрадиционной ориентации певца давно ходит молва, но никаких официальных подтверждений этому нет. Многим пользователям казалось странно, что Сергей находится в таких близких отношениях с Филиппом Киркоровым и другими знаменитыми мужчинами в шоу-бизнесе. Ему также часто приписывали роман с Димой Биланом. Однако недавно Дмитрий Шепелев, бывший супруг Жанны Фриске, неоднозначно заявил, что Вера Кудрявцева часто является прикрытием для геев. Конечно же, все сразу подумали про Лазарева, ведь это был ее самый яркий роман. Возможно, что сейчас происходит то же самое. Лорак лишь прикрытие его ориентации, а слова Крутого написаны для подтверждения этой версии по просьбе самого певца.